Без винта. Реактивное. Бревно с дыркой. А как летает? Что-что? Как вы сказали? Извините, это я так. Непривычно без винта. А что делать? Что делается-то? Еще ничего. Довольно энергично сформулировано. Вы откуда, товарищи? Прямо с Сахалина. Домой? Так точно. Ну, поздравляю. А как там японцы летают? Ничего, подходящие. На аэроплан у них не тот. А вы на какой машине летали? Я больше на земле, это вот он. Последние 2 года на вашей, товарищ главный конструктор. Да? Ну, как она вам? Спасибо, жив. Товарищ главный конструктор, а можно ее поближе посмотреть? Пожалуйста. А вы, товарищ капитан? Ты со мной, со мной. Вы куда, товарищ? А мы вместе! Нельзя, нельзя. Вместе с ним разговаривали! Это он сказал со мной, вот здесь. А про вас ничего не сказал. Так что нельзя. Ну, понимать надо, ну нельзя. Видать, машина какая. Охрану понаставили. Хорошо, Георгий Васильевич. Ну, Павлович, до встречи. А вы что, вместе с ним служили? Летали. А-а-а. Да можно еще с ним до войны. Я еще до войны у него в испытатели просился. Ну, ладно. Ну, всего. Здорово. Здорово. В общем, аэроплан. Во. Сейчас к вам на завод перевозим. Там будем испытания совершать. Сроки знаешь какие? Ну, удивил, сроки, сроки. У самолетиков всю жизнь. Давай, давай. А в Москву погулять завернули. Ну, что ты? Мы даже литер так выписали, что через Москву. Ну, а тут Женька разнюхал, что заводской домой летит. Ну, вот. И Женька здесь? И Женька, и Витька. И Витька. Слушай, Алексей, я тут у вас на заводе был, поговаривают, как будто Тамарка с Виктором разошлись. Да ну ее, всю войну ждала его. Вот. Да, встретятся, разберутся. Не разберутся. Не пойдет он к ней. Он тихий-тихий, упрямый, как козел. Поверишь? Домой, силы везем. Ну да. Ну я так понял, что мы вместе летим? Ага. Мне дома делать! Элька, хочешь?
Вот и добирайся! Отдай документы! Отдай документы! Отдай! Мне не пойдет, ко мне придет! Свадьбу устрою! Витьку Самарки позову! Вот так вот будет! Я у вас назову не Стататну. Видел твою Катерину. Ну, она мне сегодня-завтра в родина. Ну и что? Ну какая свадьба? У меня не было! Имею я право на свадьбу или нет? Самарка придет, пусть он попробует не прийти. Свадьба это... Свадьба! Студня одного сколько наварили. И все зря. Ты им патефон заведи, танцы. Королева. Это хайник-то. Ну что это мое сердце, что у меня есть Лешка все решится? Все решит. Я такая счастливая. Когда надо. Барбареры меняют, да? Рыцарь, не видит. Понял. Подумаешь. Не помирятся они. Не выйдет у вас ничего. Выйдет. Все у нас теперь выйдет. Зря, что ли, две войны отшагали. Нюся, вы стихи Пушкина любите? Ну и что? А музыку Чайковского? Подумаешь? Мне бы Катерину или Евгения. Уходи. Ну иди. Подожди. Там кое-что из своих вещей.
ничего уже не лезет. Приходится перешивать. Матерь, так где сейчас можно? Вот только на том кино. О, здравствуй, Полина. Здравствуй, Елена. Может, хватит, Виктор? Хватит. Штрафную. Вика, я думаю. Боюсь, штрафную. Не, 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 мне же обратно еще ехать. Может, сама довезет. Эти братишки одни остались. Я ведь как услыхала, что ты приехал, так и погнала в город на ночь глядя. Давай, давай, давай. Думала, может, про Степана что узнаем. Мы с ним на разных аэродромах стояли. А в том полете с ним Алексей был. Подожди сейчас. Алексей, Леша! Борисся, Леша! Пойдешь сюда, познакомься. Тут вот Полина. Старика моим соседка, в Грачиных лугах живет. Ну, пойди. Подожди. Алексей Седых. Степан Жирых, жена. Машина задымила, Степан в сторону потянул. Это я вообще успел заметить. Ведомо его прикрывало, это точно. А вот прыгнул он с парашютом или нет, это я уже не видел. Там такая карусель была. А когда вернулись, ждали, ждали. Троих так и не дождались. Степана тоже. Соседи он не садился. Пехоту и партизан запрашивали. Тоже ничего. Так что вот все, что я знаю. Вот жизнь, Адриан Павлович, сегодня свадьба, завтра похороны. Ну, ну ты только слова не цепляйся, не цепляй слова, у меня мысль. С одной стороны, конечно, жизнь короткая. А с другой, вот, вот смотри, я уж не пацан был, а мы еще только самолет Илью Муромс собирали. Чудо техники Первой мировой войны. Лонжероны пилили двуручной пилой, как дрова. А сейчас реактивные начинают. А ты говоришь, жизнь коротка. Я? Так ты говоришь, дядь Кость. Не я говорю, зять мой говорит. Переходи, говорит, к нам на мясокомбинат. У нас и то, и все. А я ему сказал. В общем, я ему сказал. Самолетчик я. Новую авиацию начинаем. Вот. Жизнь. Военкомат тебе надо, Полина. Считай, вот без вести пропал. Вот видишь, Катя, веселье вам сбило. И то верно. Отпустите, ребята. У людей свадьба. Танцуем, Алеша. Жала ты никого и не ждала. И встречать тебе некого. Ну, ты про меня знаешь, ждала, не ждала. Я, может, еще
она ждет. Она его не любила это никогда. Я же знаю, как она за него выходила. Ну как же, летчик? И мне за всю войну ни одного письма не написала. А я все равно ждала. Че, Полина, не обращай внимания. Никто это напрасно не слушал. Ну зачем так уж? Добила-то отмывать. Никто мне ворота дегтем не мазал, а что было, то было. Да, не любила, а жила. Да разве же я одна такая? Вернись он сейчас, все по-другому было бы. Вернулся бы только. Какая же девчонка о любви-то не мечтала. Только вон как все непросто. Что случилось? Отвечайте! 01, слышите меня? 01, 01! Ручка тянет! Из меня не выйду! Ручка, поняли? Алексей, что случилось? Тумблер триммера срабатывает наоборот. Я его еле отжал. Работу могу продолжать. Прервите задание. Пусть садится. Где контмастер по управлению? Вы триммера перед полетом проверяли? А как же? Георгий Васильевич. Я сразу заметил, на маркировке написано вверх, а проводка проведена наоборот. Я перепаял как... Все там было правильно! Летчику спасибо скажите! Георгий Васильевич, очевидно, мастер решил, что маркировка относится к самому рулю. Там можно понять и так. Нам нужно будет в дальнейшем это учесть. Учитывать вам надо квалификацию работников. А вы ставите на контроль случайных людей. Я же как лучше хотел, думал, там ошибка. Что вы дурачком прикидываетесь? Близко к заводу его не подпускать! А вы на меня не кричите. А что прикажете, целоваться с вами? Машину чуть не угробили. Директору передайте, отстранить от работы. Дядя Костя, что с тобой? Дядя Костя! Дядя Костя! Возражай, возражай. А приказ есть приказ. Константин Игнатьевич, миленький, ну зачем вы встали? Вам лежать, ну... Я сейчас выгоню тебя вон отсюда! Все, все, жди. Ну прошу тебя. Две минуты, прошу тебя. Витька, ну брось, ну что ты как маленький, честное слово. Ну. Подранок! Видал? Радость сколько. Ну и на кой он тебе? Ладно, домой возьму. Пусть прыгает. По комнате. Выходит, по-твоему, главный.
Прав. Конечно, прав. Вот-вот он ходит, а ты лежишь. А потому что никак он не прав. Вот разбери тебя, дядя Костя. Он человек, и я человек. Его фамилию на самолетах пишут. Высоко летает, согласен. Но крылья-то на земле делают. Вызови, поговори. Как тебе все просто? Ну, если ты не будешь, я сам поговорю. Не лезь, Лешка. А я не с ней. Я с ним поговорю. О чем? Не знаю, пойду и поговорю. Не пойдешь. А вот пойду. Семью фронтовика разрушаете. Смотрите. За это по головке не погладят. На наших глазах мир рушился. Но ведь он и обновлялся. И вот вы прошли все. И опять. Опять эти трусливые привычки. Может, вы по этому поводу в инстанции обратитесь, а? Да не в этом дело. Тут, понимаете, пусти, тут, наверное, надо как-то возраст учитывать. Они с Виктором в один класс ходили, учились вместе. А вы, пока он воевал, вы тут пристроились. А ну, пошли отсюда вон! Тамар, ты дома? Убирайтесь! Тамар, Тамар, Тамар! Убирайтесь! Тамар! А ты что стоишь? Тамара! Ну, послушай! Я не знаю, что вы сделали! Что вы сделали? Эй, вы! Когда меня сюда в госпиталь привезли, я совсем мертвый лежал. Мертвый. От меня месяц не отходило. Вы, фронтовички, друзья. Я тебе говорил, что нужно уезжать отсюда. Говорил. Трудно тебе будет. Не выдержишь. Если бы я уехала отсюда, не дождавшись Виктора, вот это было бы подлостью. Почему ты оправдываешься? Перед кем? Здесь тебя что-то держит. Ты почему-то чувствуешь себя виноватой. А может, я виноват? Здравствуйте. Да что ж вы так испугались-то? А? Что ж вы так испугались-то? Вы что, вы, наверное, меня не помните? А? А? На свадьбе у Женьки мы вместе были, а? Лёшка я, Седых! Вы помните меня? Как же это я? Не зашибла вас. А ну, ерунда. Ой, ягоды.
Спасибо, что проводили, Алексей Иванович. До свидания. До свидания. Ну, что же вы не уходите? Нехорошо. Ну, Женька! Что? Ну, зачем завязал? Это моя. Что? 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 Умнее не мог придумать? Чё ты пристал от нее? Зубами будешь? Ну-ну-ну, прими! Прими. Это наше родное. Держу. Ой-ой. Женька! Вот это кто! Пашка, Демин! Летчики не умирают, Нюся. Они просто улетают. Понимаю, Георгий Васильевич, положение у вас сложилось трудное. Но как же прикажете доложить? Машина будет готова. Какие гарантии? Мы знаем машину. Верим в нее. Ваши аргументы, Георгий Васильевич, к сожалению, пока только эмоции. Так что вынужден доложить, вы не можете участвовать в показе новой техники. Слушай, Жень, ты что же прибыл сюда нас за горло брать? Из-за одной. Ну, буквально, ну, трагической случайности. Решил крест. Не преувеличивай моих возможностей, Тимофей Шакирович. Слушай, брось, Жень, брось ты эти коньки. Приезжал заместитель министра. Комиссия установила причину аварии. Мы все ушли. Тебе мало. Директору завода может и хватит авиалетчика. Ты комиссии не веришь? Комиссии, да. Машины нет. Вот у него незадолго до гибели Демина. Машина чудом из пике вышла. Это что? Ошибка пилотирования. Твоя ошибка, капитан. Не так сработал тремя руля высоты. Ну вот, пожалуйста. Типичный конструктивный просчет. Никак нет. Садись. Товарищ генерал, здесь дело не в конструкции. Садись, капитан. Послушайте,
товарищ Жилин. Почему вы ко всему относитесь с таким предубеждением? Сомневаетесь, подозреваете всех. А вы, Петр Иванович, что, КБ выгораживаете? Или честь мундира бережете? Вряд ли это входит в обязанности партийного руководителя. Мои обязанности и права, между прочим, определены Центральным комитетом. Вот там, видимо, и придется с вами разговаривать. Ладно. В конце концов, не ваше производство, не подведомственно. Но показывать новую технику доверено моей части, а у меня всего одна голова. Вот-вот. Так сразу бы и сказали. А то конструкция, технологии. Перестраховывайтесь. Так. А если она в том небе, да кувыркнется, что тогда скажете? Нужен вам такой цирк? Тот. Так что говорю прямо, буду доказывать, что на вашу машину рассчитывать сейчас не приходится. И поэтому не стоит зря тратить средства и силы сейчас. Сейчас. Не притворяйся, Жилин. Ты прекрасно знаешь, что если вовремя машину не показать, у нас фонды срежут, а у меня производство развернуто. Знаешь так, наше дело поиск, риск, и опять все сначала. Поиск, риск, а по-вашему так, прогорцевала сегодня лошадь, мешок овса. Не готова к манежу? На бойню. Действительно, цирк. Лошади? Это кто же лошади? А цирк? Что, собственно, называете цирком? А ведь это ваше выражение насчет цирка, товарищ Жилин. Георгий Васильевич развил ваше, так сказать, образное сравнение. Я же не в этом смысле. Так ведь он тоже не в этом смысле. Георгий Васильевич пытался вам объяснить, что показ новой техники для нас, это прежде всего показ достижений всей промышленности, науки, страны, если вам угодно. И не приложить к этому максимум усилий ради собственного спокойствия. Это по меньшей мере безнравственно. Нравственно, безнравственно. Институт благородных девиц. В общем, я свое мнение по начальству выскажу. Посчитаются с ним или нет, не знаю. Но с тем, что я буду возражать, чтоб мои летуны на этой машине гробились, вот с этим будьте покойны. Посчитаются. Да все. Георгий Васильевич, разрешите продолжить работу? Я бы на вашем месте не торопился, Георгий Васильевич. Людей жалко. Дайте разрешение на вылет. Что он делает? Почему он нарушает полетное задание? Куда попер? Куда попер? Превышаете высоту. Почему нарушаете полетное задание? Случилось что? Порядок! Порядок!
Ты что делаешь, а? А то какая петля? Петля? Это мне петля. Скажи, что понимаешь, на реактивном такое. Ну, Летун. Ну, или врубил. Повторить можешь? Да хоть сейчас. А в Москве? Небо везде одинаковое. Не скажи, не скажи. Но если там не подведешь, мы с тобой на таком коне, капитан. Часы на память. Спасибо, товарищ генерал. Слушай, Дых, чего ты здесь небо коптишь? Переходи ко мне в часть, в порядке будешь, а? То, что вы совершили, это же очковтирательство. Показуха. Кто вам дал право рисковать самолетом? Годы работы, репутация КБ, интересы завода. Я не могу с вами больше работать. Я не могу вам больше верить. Отстраняю вас от испытания. Дальше посмотрим. Я вам не мальчик, Георгий Васильевич. Чтобы меня в угол ставить. Найду, где летать. Две девятки пять. Две девятки пять. Идете в пограничной зоне. Не уходите вправо, граница. Я повторяю, вправо не уходить, граница. Как понял? Понял вас. Близка граница. Десятка семь, десятка семь. Вылет парами. Две тройки семь. Выруливайте, выруливайте. Быстро пересели, ребята, на новую машину. Так с вашей помощью, майор. Должность такая. Одна полсотни шесть, одна полсотни шесть. Вылет через пять минут. Руднев? Иду. Ну что ты, ждем тебя. Руднев? Я. Хочу вас завтра попробовать на слетанность. Пойдете со мной в паре. Вы готовы? Я что-нибудь смешное сказал? Нет? Ну что вы, товарищ инспектор? Да не в этом дело, товарищ инспектор. Это мы насчет слетанности. Сережа, расскажи. Да прекратите вы, ну. Понимаете, товарищ инспектор, это еще когда было? Перед Испанией. Они тогда втроем летали. Вот, Сергей Николаевич, Туржанский и Серов. Тот самый Серов? Ну да. Сережа, расскажи, ну что ты на самом деле? Он у них четыре ужина выиграл. Да ну не в этом дело. Просто мы тогда на Ишаков только-только пересели, а скорость по тем временам, сами понимаете. Ну как сейчас на сверхзвуке. Ну строй не держим. То один отвалит, то другой. Что делать? Ну решили ленточками. Связались и, значит, взлет. Пилотаж, посадка, все вместе. А кто ленточки порвет, тот вечером на всех в ресторане ужин ставит.
почти раз-то и поужинал. Потом все больше облизывался. А чего? Вытряхнулись? Нет. Ленточки просто рвать перестали. Да, летали так плотно, что топором не разрубишь. Товарищ первый, в погранзоне неизвестный самолет. На запрос не отвечает. Идет нагло. Явно нарушитель. Нарушитель? Посадите первое звено. Готовность один. Кто в воздухе? Пары 205-го, 7-го, 11-го. Всем ковер. 205-го приказываю направить на перехват. Я выезжаю на КП. Две сотни пять. Я залев. Подайте 20 нарушителей. Цель реальная. Приказываю перехват. Курс? Курс 160, высота 4. Курс 160, высота 4. Как поняли? Повторите. Реальная цель? Цель реальная, перехват. На 7 до цели 10. Орудие. Видишь его справа? Видишь? Вижу, вижу. До цели километр. Заходите, посадку обеспечу, заводите его сходу. Хорошая ружишка. Улетая ружишка-то. Надолго наши края? Да вот отпуск дали на лечение. Говорят, на какие-то грязи надо ехать. Так что же вы? Врачи знают, что надо. Думаете, что знают? Поленька, Поля, гляди, мне Серёжка подарил. Ружьишко, прикладистая. На стол накрывать пора. Надо Поле ружьишко показать, что ты подарил. Приходите к нам сегодня.
Ребята уток настреляли, все будем очень рады. Я, в общем-то, из-за вас приехал. Придете? Так мы все ждем. Тамара идет. Леша, мы эту шутку уж забыли, когда шутили. Зря ты, Леша, зря. Он только делает вид, что ее забыл. Но на самом деле, ну зря. Да верно, Тамарка. Ой. Тамара, что? У нас дом что-нибудь случилось? Да нет, к Виктору я. Ой, здравствуйте, здравствуйте, родные. Тамарка, здорово. Ну ты как чуяла. А мы тут уток. Понимаешь? Здравствуй, Тамара. Все как положено. Молодец. Ну как нога-то? Тамарка. Собрали? Да собрали. Медицина. Нашли ему запчасти. Витя. Здравствуй. Здравствуй. Тебе срочно надо ехать в город. Тебя из института отчисляют. Откуда ты знаешь? У меня в палате лежит жена твоего профессора. Он ее сегодня вещал и при мне рассказывал. Тебе надо срочно переменить тему для диплома и защищать положенные сроки. Тебя везде ищут. Вот я и приехала, чтобы сообщить. Значит, все-таки решили отчислять. Ну, не знаю, не знаю. Слушай, Вик, ты же говорил, что у тебя все нормально? У нас в экспериментальной группе 4 дипломника было. Но эксперимент вдруг дал отрицательный результат. Ну а что делать? Все в кусты, диплом горит. А я остался. Ты что, с неба свалился? Кто ж тебе даст диплом за участие в неудачном эксперименте? Вот-вот. А в науке отрицательный результат иногда не менее важен, чем положительный. Но ты мне прописных истин-то не говори. Ну тогда в чем же дело? В общем, я своего шефа не брошу. И работать буду столько, сколько нужно. Пока мы необходимого результата не добьемся. Да мне с ним интересно. Тебя же отчислят, как школьника за двойки. На завод пойду, а защищаться потом буду. Мне дело сделать надо, а не бумажки защищать. Ты меня извини, конечно, но у тебя в жизни все шиворот на выворот. Леша. Ну, ты пойми, то, что я сейчас делаю, это ведь такая перспективная работа, если получится. Ведь может измениться вся технология сборки самолета. Ты у нас от скромности не умрешь. Ну, не знаю, не знаю. Когда-то скромность. А когда-то надо понимать,
меру того, что можешь сделать. Я, Тамара, против совести не пойду. За стол-то когда-нибудь будем садиться или как? Мамань, так Полину надо подождать. Полину? Только я сейчас встретила за деревней, она с детишками шла к крестной. Васокина? Ну, тогда, может быть, сядем. Не дожидаться же. Я не знаю, может быть, действительно, Жень, или подождем? Совесть, совесть. Это уж демонстрация, а не совесть. А демонстрация это и есть совесть. Да брось ты эту демагогию. Ты бери новую тему и строгай свой диплом. А твой шеф и без тебя проживет. Он же профессор. А ты еще никто. Леша, что ты говоришь-то? Бросить? Это же предательство какое-то. Ну, это больше по вашей, по женской линии. Леша, ты полегче. Видишь ты, по женской линии. Как слова-то у вас легко выскакивают. А вы что вообще про нас, баб, понимаете, а? Что ладно, то понимаю. Не охальничай, не охальничай, день тут. Ладно, ладно, мама, не буду, не буду. И ты, Екатерина, подожди, тоже. Подожди, маманя. Видишь ты, предательство, а? Тебе после Пашки Демина машину доверили, а ты, фыр-тыр, блеснул крылышками, да в Москву. А я для машины сделал все. Ты для машины. Может, машина для тебя? Да будет. Погодите, маманя. Ты лёшь как планер. Это машина тебя на высоту-то подняла. Это что потом? Парить-то начал. А Витька сам разбег берет, сам взлетит. А ты хочешь ему крылья обкорнать? Умные все стали. Слушать вас. Завтра в Москву уезжаем. А что ты поедешь? Отпуск у тебя не кончился. Дела. Да. Спасибо, что побеспокоилась. Приехала. Да, ребятки, с вами не соскучишься. Ты не вздумай со своим родным перед начальством вылезать. Ну, отличился он на границе. Ну, Москву ты его перетащил. Ну, ладно. Зачем сейчас ему ножку подставляешь? Биографию его знаешь? Знаю. А что биография? Знаешь. Да не все. Ну, генерала ходить, а он капитан. Довольно некрасивая история. А ты ему на показательный бой предлагаешь. Воздушные праздники кто смотрит? Вспомнит? Можно? И сиди, и сиди. Тебе сейчас положено. Нагадка, а? В санаторий посылают. Жаль. На параде не пролетишь. Ты... Вот что, на всякий случай приходи-ка новые погоны в санатории. За внедрение реактивной техники в органичных частях. Есть. За чужака? Особо. Есть. Кого вместо себя на показательный перехват предложить? Начинается следующий номер программы «Воздушный бой». Посты наблюдения донесли о приближении бомбардировщиков условного противника.
Разведчик – это концентрированная воля, характер, умение идти на риск. Но смелость и отвага – это только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная – это умение. Юрик, куда это вы? Елизавета Андреевна, что случилось? Вам лучше знать. Сергей, что происходит? Ты можешь объяснить, что случилось в конце концов? Отчислены из ВВС. Как это отчислили? Ты же меня от показа новой техники отстранил, тем самым поставил под сомнение мои летные качества. Звание у меня, как понимаешь, не соответствует сроку службы. Неперспективный офицер. Да что они там в кадрах? С ума посходи! Куда ты собираешься звонить? Жилину. Он не допустит. Жилин. Да Жилин твой. Ну, это я возьму. Это я отнесу сам. Ты меня в Москву вытянул, а он не знал, как избавиться. Я случай искал. Вот ты и помог. Сережа, Сергей Николаевич, это недоразумение какое-то. Поверь, он сам говорил, что для тебя же лучше не участвовать в этом параде, чтобы не ворошить прошлое. Намекал на что-то. А вдруг спросят, кто представляет новую машину? Вспомнят. Неизвестно, как еще для тебя обернется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Так вот я и решил. Ого. Ты решил. А меня спросил. Ты же прежде всего человек, потом уж командир. Это Жилину нужно, чтобы не вспомнили, как он у меня в замах ходил. Жилин? У тебя в замах? Когда? Ну, перед самой войной. Я тогда вроде тебя был. Думал, ну все. Ухватил птицу за хвост. Как же? Бригаду дай. Подожди. Дальше что? Ну, дальше. Пошел в отпуск. А тут инспекция на высшем уровне. Мы тогда новые машины осваивали. Потихоньку. А этот Жилин выскочить захотел. Доложил о полной готовности, в общем, устроил показуху. На полную катушку. Меня, соответственно, вызвали из отпуска. Это все поломать надо было. Отменить. А характера не хватило. В результате две аварии. Жилин в кусты. Стал рапорта писать, что я, мол, его предупреждал. А мне как оправдываться? Люди-то погибли. В общем, его на мое место, а мне спасибо, хоть самолет в конце войны дали. Ну, будь здоров. Служи. За Жилиным не пропадет. Треба.
требуешь разбирательства. Так точно, товарищ генерал. Так. Мотивы? Они вам известны. Хоть бы раз подумал, из-за кого на рожон лезешь. Зачем он тебе? Ты он молодой. Вот-вот полковник, ну шагай. Держись своих. Забирайся в бумажку и считай, что ничего не было. Прошу дать рапорт уход, товарищ генерал. Смотри, Седых. Забыл, с чего начал? Никак нет. Помню. У меня срочный груз! Без второго пилота не дам! Какой второй? Какой второй? Я именно вашего аппендицита забрал! Без второго пилота не дам! Поехали! А пойми ты! Меня на заботе ждут! Меня вторым возьмешь? Да иди! Леха! Леха, ты! Стой! Стой! Эй! Теперь этот второй есть! Он первый! Стой! Эй! Вот такие дела. Ну, а теперь нового назначения ждать. К вам махнул. Чего ты? Ну, чего ты? Вечно тебе вот... Ну, ладно тебе, с ружьишком походу. Старики твои как? Ну, живы-здоровы. Мать командует, как всегда. Ну, а соседи? Блин. Все одна. Ну, а Виктор с товарой? Ну, это ее Кравцов как, уехал в Москву. Так это еще при мне было, но вообще-то, вообще-то, ну, как? Второе дыхание. Завидую. А? Завидую! А-а-а! По старой сборке, видал? Мы там детские коляски клепаем. Серьезные вещи, ты знаешь. А он новый сборочный, видишь? А какая машина пойдет? Сам главный приезжает. Леш, поговорил бы ты с главным, а? Может, обратно к нам? А? После всего, что было. Что-то он там крутит. В чем дело? Шасси не выходят. На брюк сажать? Нельзя с таким грузом. Переломимся, как спичка. У меня дома жена рожает. Она и без тебя родит! Сама! Женька! Евгений! Ты вынужден под Кенигсбергом, помнишь? Точно! Передайте, будем сажать на реку, у врачиных лугов. Потонем! Ну ты-то не потонешь! Соображай хоть немного, в пожарном отношении безопаснее, а переломимся, станки не пропадут. Там отмель! Будешь никогда не прыгать! Вот ты прыгнешь, ничего с тобой не будет! Бери кольцо рукой! Бери кольцо рукой! Да нет, рукой, той рукой! Да я же так! Куда смеешь? Пошел! Слушай, может, я здесь пригожусь? Давай, Жень, давай! Ты смотри, Лёшка, лишнего не рискуй! Ну а как же твои станочки-то уникальные? Ну пошел! Прыгаешь, слушай, чего? Thank you.
видал? А говорят, что вода мягкая. Винты-то как ножом срезала. Как я тебя тогда корзинкой-то? Твой кровища, это ягоды. Добрый был. Нерешительный. Влюбленный. Так уж сразу. А я как тогда тебя у Евгения увидел, так думаю, все. Что ж так долго молчал? А я таких слов никогда никому не говорил. Я их даже читать стеснялся. Вот слышал, думал, любовь. Ха. Не это главное. Так оно и есть не главное. А для меня сейчас это... самое главное. Это, Алеша, в разное время по-разному. Вот я когда уже заучилась, так главнее любви для нас, девчонок, ничего не было. Вот замуж повлетали. Потом Степан на фронт. Я здесь оказалась. Старики померли, все хозяйство на мне. Тогда думала, хозяйство главное. Дети. Ну, дети — это всегда главное. Потом ты появился. Совсем все перепуталось, Алеша. Неужели Георгий Васильевич до сих пор Лешки забыть не может? Бывает такое, что и не забудешь. Да? Угу. Что ж, выходит, раз споткнулся, вся жизнь кувырком, да? А как же это у нас человек нам дороже, любой машины? Это разные вещи. Да? Одно на витрине, другое в магазине, так что ли? А что, так не бывает разве? Такими, как Алексей Седых, кидаться это не по-хозяйски, не по-человечески. Тем более, у него такие личные обстоятельства возникли. Человечески, не по-человечески. Мы с его отцом вместе с гражданской вернулись. Когда Лешка родился, я им свою пайку мерзлой конины отдавал, чтобы у Людмилы молоко не пропало. Памятник теперь поставить этой лошади. Евгений, ох и мальчишка ты все-таки. Очень удобные позиции, между прочим. Так всю жизнь с тобой в мальчишках и проходит. Ну, зачем уж так, Виктор Николаевич? Ты еще о поколениях расскажи. Ну, а так-то уж зачем, Петр Иванович? Не надо нам приписывать того, чего мы не думаем. Ну, положим, верно. На фронте солдат, генерал. В одной воронке лежали. Вот-вот. Мальчишка ты, не мальчишка, все равно штык. Я с вами как с дедушкой, извините. Байки вспоминаю. А как коммунист с коммунистом о человеческой судьбе разговариваю. Здравствуйте, Георгий Васильевич. С приездом вас. Здрасте. Поздравляю. Говорят, ваша новая машина у нас в серию пойдет. Спасибо. Константин? Игнать. Константин Игнатьевич. Константин Игнатьевич, у меня не было случая вам сказать. Словом, я тогда был неправ по форме. Прошу меня извинить. Чего уж теперь
вспоминать. Что было, то прошло. Георгий Васильевич. Да. Простите, можно вас по личному делу? Здравствуйте. Здрасте. Слушаю вас. Мы насчет Алексея Седых. А что же он сам ко мне обратиться не мог, что ли? Так ведь не просто ему, Георгий Васильевич. А, гордые стали? Гордые все. За счет других. Он мастер ваш, тот просто уж руки не подает. Я у него, понимаете ли, прощения попросил. Он руки не изволил подать. Георгий Васильевич, он, наверное, не хотел вас в неловкое положение поставить. Он, когда занервничает, у него руки ходуном ходят. После той истории. Лёшка, ты с ума сошел. Увидят же. Ну а что, а я соскучился. Мало ли. А я соскучился. Ну что ты делаешь? Ты зачем шпангол пилишь? Ты же сейчас наносишь глубочайшую травму самолету. Соображать все-таки надо. Я-то соображаю. И первый год. Ты мне такую оснастку дай, чтоб точности совпали. Подгоняешь тут после вас. Вы там диссертации пишете. Сказал бы я тебе. А ты куда смотришь? Мастер участка. Тихо, тихо. Ты нам спасибо скажи. Что мы ваши технологические ошибки исправляем. Еще думать должны. Как подогнать, чтобы еще узлы не ослабить. Ну так вот он замечательно сказал. Наносим, говорит, глубочайшую травму самолет. А, это, наверное, Виктор. Носатый такой. Да, да, да. Вот вам и среднее звено. А рабочий тоже не просто вопрос задает, а замыкает на обратную связь. Требует технологического обоснования, подталкивает. А мы все удивляемся и удивляемся. Я вот тут недавно то ли на лекцию, то ли на диспут попал. И такой в некотором роде тест был предложен. В реке тонут двое. Один слесарь, другой физик. Вопрос. Кого спасать первым? Ну, я по простоте душевно подумал, ну кого? Того, кто хуже плавает. И вдруг слышу, многие кричат. Физика. Это что же? Право на исключительность. Жутковато. Да, да, вот. Вроде работаешь, не досыпаешь. Мучаешься, а где-то в глубине души понимаешь, что тебе разрешено больше, чем другим. А ведь в жизни все копится, хорошее, плохое, хорошим прикрываемся, дурное прячем, не стыдимся, а прячем. И как иногда от этого своего права раз, раз, раз по людям, по судьбам. Георгий Васильевич Витько вызывал, про диплом у него расспрашивал.
Он сказал, что у него большие перспективы с этой идеей. Что наш Витька вообще молодец. А потом почему-то про меня спросил. Почему? Велел завтра явиться. Зачем? Виктор не спросил? Если мы снова воспитатели. Я все отдал. Все. Кроме тебя. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Поздравляю, Алексей Иванович. Спасибо. На свадьбу-то позовете? Да все, приходите, все. Здравствуй, Леш. Здорово. Леш, как слетал? Нормально. Нормально? Катюша, ты там смету составила, сколько чего надо? Не волнуйся, одной зарплаты не отделаешься. А ты студню приготовь, вот и вложимся в смету. Здравствуй, Седых. Здрасте. Значит, опять тут. Опять тут? А я вот отлетался. Идите, товарищ, я вас догоню. Всего хорошего. Меня в должности понизили. Слыхал? Слыхал. Политуправление, разруднее. Ты. Я. Смотри, Седых, наши дорожки еще сойдутся. Как из вас пар повыпустили-то? На твой век хватит. Леша! Леш! Там чего-то полили к себе! Приехала! Деньги-то эти приходили раньше. Так и когда первый перевод-то получила, ошибка, думаю, она почту вернула. А его обратно принесли, вот теперь вот. Все из разных городов. И люди какие-то неизвестные посылают. Что бы это могло значить? Вот и я все думала, думала. Сегодня ночью как ударила. Степан, это... Ты что? Да ты что? Да если он жив? Да ну разве может человек так поступать? Столько лет! Вот опять. Неужели же узнать нельзя, кто это, что, зачем? Я про всякое уже думала. Про всякое. Седых, здорово, ты чё их нам? Вроде не сезон. Сезон, не сезон. Тебя ищу. Твои, твои.
Выходит, денег не захотела взять. С милицией, что ли, искали? Да всякое было. Эти люди говорят, что ты им деньги давал. И просил, чтобы они под своей фамилией своих городов посылали. Так? Или нет? Да один крохобор нашелся, не перевел. А твой-то интерес здесь какой? Ну, это долгий разговор. Пойдем-ка выйдем. Домой-то я приезжал. Два раза. Смотрел издали. Шофер в машине ждал, а я через стекло. Ведь Танюшку еще в коляске возил. Потом Полина пришла. Молодая, красивая. А на доме драночка повыбита. Крыльцо кривое, хозяин нужен. Они. Сейчас ведь как? Кто побочил, откид в сторону, к пирогу рвутся. А я что, на шею садиться? Это в беде мы все равны были. Сейчас вон каждый за своим счастьем гоняется, а? Ну это ты брось. Че брось? Ты вон подполковник. Ну что, в этом дело? В этом. В этом. Пей. А, слабенькая. Шумит. А я не слышу, привык. Ты знаешь, что я сюда забрался-то? Почему? Самолеты не летают. Так ты мне так и не сказал, какое твое место в этом деле. В 46-м, когда вернулись, она к Евгению прибежала. Узнала, что мы с тобой в одном полку летали. Пытала про тебя. Расспрашивала. Ну. Потом переводы пошли. Догадалась, что ты. Просила меня разузнать. Почему тебя? Я же тебе говорю. Однополчане. Второй раз, когда приехал, Танюшка бегала уже. Ничего, веселая, ухоженная. Только ботинки на ней Митькины. Одни, значит, ботинки у них были. Вот я и затеял эту историю с переводами. На свою голову. Ну что, любовь, что ли, у вас? Она о тебе все время думает. Врешь. Ты мне одно скажи. Честно. Ждет. Ждет. Все равно не поеду.
Евгений, ты спать еще не устал? Устал. Неудобно ужасно. Чего ввязался с вами? Десятый час уже в воздухе. А ты поди-ка отдохни. Посиди-ка часок-другой вместо меня за штурвалом. Случилось что-нибудь? Поди, поди. Что за волнение? Видал? Хочешь, чтобы я снова все управление регулировал? Да я понимаю, конечно, противно. Я на земле проверял, все в норме. А я здесь замерял, на разных режимах. Все в пределах допустимого. Но это на верхних пределах нагрузок. Ну ладно, Леш, ну о чем разговор? О совести, ребята, о совести. Летчику здесь работать. Потаскает такой штурвал, который формально в пределах допустимого. Ни тебя, ни его, ни меня. Завод поминать будет. А если за границу купят? Ты нам еще о престиже фирмы расскажи. Фирмы. Ты за окошком что видишь? Сплошная облачность. Ну, а за облаками? Небо. Земля. Снег вон лежит. Березы. Люди живут. Вот это и есть, братцы, Россия. Авиация. Престиж. Короче говоря, так, если машину не доведете, я у вас ее не приму. Will we give him a glass of cold milk? Чего-чего? Не дать ли ему холодного молока? Shut up, Витя. Shut up. Нет, ну, Жень, ну это же, ну... Ну, помолчи. Почему вы здесь? Почему вы здесь, Алексей Иванович? Зачем? Не знаю. Хожу вот здесь и не знаю. Не могу я без тебя. Столько времени прошло. А я не могу. Надо на что-то решаться. На что? На что? Все уже решилось. Не мог я тогда по-другому. Ты захотел человеком остаться, а теперь хочешь, чтобы я... Чтобы что?